Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Хаунд, мы продолжаем проходить игрушку под названием A Plague Tale, Innocent, глава 4, ученик. Вы сами все видели в прошлой серии, там я показал вам видос, как мы пришли, потому что вы их не видите никогда. А тут я решил вам показывать. Теперь каждый раз, когда мы будем переходить в новую главу, вы будете смотреть видосик. Так сказать, превьюшку к следующей серии. Наверху мельница. Это ферма Лаврентия? Надеюсь на это. Я никогда не видел настоящей мельницы. Если мы будем осторожны, то скорее ее увидишь. Или скоро. Тут материалы могут быть? Нам же материалы надо какие-то собирать, чтобы прокачаться. Ну-ка, давай побегаем по лесу. Ух ты! Кто пришел сюда почитать? Кровь. Что не случилось? Не знаю. Но это кончилось плохо. Может, тут были крысы? А, крысы, я помню из прошлой серии. Оу. Твари, ненавижу их. А, тут можно было заранее свернуть, да? А это ничего страшного, что я так убегаю далеко за карту? Я уже куда убежал-то, блин? Может, какой-нибудь секретик найду какой-нибудь? Неа. Нихера-то нет, и никаких секретиков. В воду спускаться нельзя, чтобы не намокнуть. Но звуки веток мне нравятся, прикинь. Я вот наступаю на ветку, и звуки прям. О, слышал? Классно сделали. Ты куда, Гуго? Гуго, какого хрена? О, материал. Не зря пришел. Пузырики, смотри, пузырики. Да, Гуго, это пузырики. Что это? Рыбка, лягушка, хз. У нас нет времени, пойдем. Но я никогда не видел живых лягушек. Оу, там кровавый след был. Мне кажется, это нехорошо. Надо текать отсюда. Материал мы собрали, которые здесь были. Теперь можно идти дальше, по квесту. На мельницу или куда мы там собираемся идти? Нам надо найти Лаврентия. Амица, смотри! Это один из тех людей, которые напали на наш дом. Инквизиция. Здесь. Мне кажется, мало не понимать, что такое инквизиция. Да я тоже не понимаю. У меня сейчас в голове столько же знаний, сколько у Гугу. Как они это делают? Я тебе что, крыса? Я почем знаю? Думаю, что это дурацкие известники из... Не знаю, не выведем. Хочешь, не хочешь, а придется с ними разобраться. Покуда солнышко не село. Эти темноту любят. Ладно, за дело. В кусты. Так, чтобы отвлечь внимание врагов, можно с помощью разбросанных тут там металлических предметов. Нажмите тап, чтобы выбрать снаряд. А затем на С, чтобы прицелиться. Не понял я. Что же писали? Тихо. Натик. Иди проверь, тварь. Как он здоровый, обалдеть. Теперь дождемся, когда он уйдет обратно на пост. И пробежим. А, пусто. Ничего тут нету. Пойдем, Гуго. Быстрее, как мать учила нас. Хорош, прошли. Теперь надо этого барана отвлечь. Амиса, смотри. Там мост. Мост к ферме. Сколько времени впустую. Великий инквизитор мог бы прямо сказать, чего от нас хочет. У меня сидеть что надо делать. Берем порошок. И чё? Нате. Это что? Какого хера? Иди проверяй, баран. А мы отползем. Вот и ладно. Да еще и вторая... Так, я не успеваю, кстати, они очень быстро говорят. О, стражник. Будем пока сидеть в кустах. Мы в ловушке. Там дыра в стене. Где дыра в стене? Ага, вижу. Так. Не переживай, я их отвлеку. То есть я отвлекаю для Гугу... Стражника, он перебегает в яму, открывает окно, и я следом иду. Понятненько. Вот сейчас бы Гуго перебежал, было бы идеально. Ладно, давай еще раз подождем. Иди копай.
Сейчас он уходит, я побегу. Хорошо. Теперь надо отвлечь вон ту хрень. Не бойтесь, девочки. И мальчик. Девочки и мальчик, не бойтесь. На! Кто тут? Да нет! Фак! Фак! Как он спалил меня? Как он спалил меня? Он спиной был, я просто кинул эту хрень. А, ладно. Попробуй начать через это кидать. В этой игре, видимо, кидать все только через С в кустах. Потому что нельзя стоять спиной к этому стражнику и кинуть так, прямо как я кинул. Он, оказывается, нас каким-то образом спалит. Бред! Ха. Выходит, там ничего не было. Yes. Now it's my turn. Тихо. Пусть он дальше копает. Еще раз. Второй раз. Какого хрена? Твою... Опа! Да блин! Как он это делает? Да. Сейчас еще раз попробуем. С третьего раза всегда получается. Камень просрал еще просто так. Просто так. А! Застрял! Вали, 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 вали! Я подожду. Так, надо повторить все то же самое. Так, теперь я. Посиди, Амице. Не пикай его раньше времени. Это стражник какая-то самый умный у них в армии. Генерал, наверное, какой-нибудь ходит копает здесь ямы. Раз он все постоянно палит. Все чекает, вообще не обмануть. Гребаная инквизиция. На тебе, тупорылая дура. Опять? Надо проверить второй раз. Опа. Молодец. Амиса, нам надо текать отсюда. Совсем ничего. Ладно, к дьяволу. Да блин! Фак! Я не видел его, посмотрел во все дыры, его не было. Чё заново, да, надо проходить этого чувака? Мама просила не лезть в хуйню, но я хуй не был инициатором. Обещал себе бросить курить косяки, но где-то после числа 20-го. И вроде бы все для меня, без очков могу выходить. О нет, они цепили ферму. Передайте капитану Николаю, что дорога перекрыта, и мы будем смотреть людей по волоске. Так что мы ищем? 5-летнего мальчонку. Волосы русые, глаза голубые. Причем... Я... Вы определите, что говорит. Заткнись, Гуго. С чего вдруг капитану эти жители? Говорят, дело важное. Капитану Николаю, сам великий инквизитор приказал. Так что смотрите во все глазы. Глаза. Во все глаза, охренеть, надо же было так сказать. И сохранись-то никак, ты смотри. Но мне надо через мост перейти ведь. А как это сделать? Справа я не пройду.
Только слева по речке. А, через лесопилку. Тише, там стражники. Угу, я вижу. У него какой-то супер фонарик, я так смотрю, понимаю. Ага, свалил. Он спалил меня, что ли? Камень бери. Хорош! Гугл, только не ругайся, что я убил его опять. Да, я убиваю людей. И ничего там плохого нету. В этом наоборот, одни даже плюсы свои. Мне наверх надо залезть куда-нибудь, чтобы отвлечь стражника или что? О, какая стена большая. Не-не-не-не. Мне навряд ли наверх. Наоборот, даже, возможно, вниз надо идти по воде. Сейчас посмотрим. Главное оглядеться, проверить обстановку. Узнать, где, что и как. Я понял, слева мы можем пройти. Но стражник палит конкретно туда. Поэтому у меня выход только сзади. Спиртяги 12-12, обалдеть. Пякс. А чё он белым горит? Типа спалит или чё? Иди проверь. Я специально далеко кинул, чтобы ты пока дойдешь, пока постоишь, подумаешь. Гуго, текай. Давай, Гуго. Опа. Все, стражника больше не будет? Да, вроде не должно быть, потому что мастерская. Все дела. Для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. А Мица заменяет карманы параши на более крупный кусок кожи, в который проще складывать снаряды. Не понял, что это нам дает. Для выстрела с максимальной точностью требуется меньше времени. Ага, то есть я быстрее буду кидать. А, дальше просто писание идет. Все, я понял, чтобы она вот эту хрень свою крутила, быстрее будет. Так, сумка для снарядов. Теперь сумка для снарядов изготовлена не из ткани, а из кожи, из-за чего ее емкость увеличивается. Угу. Угу. И что бы взять? Давай, наверное, сумку возьмем. Чтобы быстрее накручивала она. Так, прокачивать. На мышку. Готово. Это упростит мне жизнь. Пойдем отсюда. Амиция? Что? Что я сделал? Почему они меня ищут? Ничего такого не делал. Если кто-то виноват, то только они. Если они нас поймают, они будут нас мучить? Они нас не поймают, понял? Понял. Куда сейчас идти надо? Непонятненько мне. Ты чё? Гуго? Hugo, where are you? Гуго, это не смешно, выходи! Тварь малолетняя, ты где? Hugo, did I scare you? Испугалась? Здесь инквизиция, Гуго. Ты хочешь, чтобы тебя забрали? Никогда больше так не делай. Ладно. А тут можно погулять? Поискать что-нибудь? Может, тут рецепты есть какие-нибудь? Серьезно. Идеальное же место для того, чтобы разбросать ресурсы. Нет, я там ничего не вижу. Поэтому пошли дальше. Они здесь. Великий инквизитор. Он что, правда спасет нас от укуса? Привет, свиньки. Прячьтесь, тут опасно. Так мило говорит. Опа. Теперь наша очередь. Это горшочек с... Ага. Теперь здесь что у нас? Ух ты, материалы, прикольно. Перелезать есть смысл? Да, есть. Они не должны спалить нас. Фига себе. Вот это прыжок был. Они везде. На тебе. А? Иди проверь. Тот Тору туда пошел. Так, ну и сейчас нам придется, я так понимаю, от травы к траве бегать.
ain't nothing here. Уйди сюда. Петь. Дальше куда? Угу. Дальше наш бунтак пошел осматривать. Угу. Я перебегу. Я все понял. Сейчас подожди немного. Уходи. Он тупой. Он даже не устает. Он тупо идет и не устает. Ну и по идее я успел. Эй! Там один из наших отдыхает. А, он не отдыхает, он умер. Так. Надо еще подождать, пока они договорят, а потом что-нибудь придумаем. Потому что они могут резко пойти и все. И все испортится у нас. Если этот чувак будет стоять до конца, стоять, который прямо перед нами стоит, то я могу вот так вот обойти все вокруг и все. Он тут меня вообще никак не касается. А, нет, он спалит, мне кажется. Он спалит. Он выглядит как человек, который может спалить. И все-таки слева пойти. Столько выбора. Иди проверь. Такой дрищ. Как тебя в армию-то взяли, непонятно. Повезло. Сейчас, как надо их обходить? Угу. Надо ловить тайминги. Этого стражника и вот этого чувака-копальщика. Это будет тяжело. Но надо подумать. Как нам это проще будет обойти? Горшком, я вижу, он на стене моргает. Мы отвлечем вот этого гуляльщика туда-сюда, который ходит. Теперь надо дождаться, когда вот этот уйдет. Копальщик. Гуляльщик и копальщик. Это будет тяжело. Одновременно разворачиваемся и уходим. Молодцы. Командная работа. Теперь надо тут этого отвлекать. Или не отвлекаем, может попробую свалить. Успеем, не успеем. Успели. Фух. Хорош, контрольная точка. Это яма крыс, так понимаю. А, так вот ту собаку тогда убил, прикинь. Это были крысы. Они нас не заметят? Нет. Перелазь. Я тебе помогу. Хорошо. Молодцы. Назад! Какого хера? Что это было? Юго, Гуга, ты чего? Не так страшно. Все, успокойся. Отдохнешь, Лаврентия. А голова? Болит. Я не знаю, что делать, Гуга. Что бы сделала мамочка? Дала бы мне лекарство. Хочешь, я тебе понесу? Это лучше, я могу тебе помочь. Обалдеть. Гуга, ты чё, успокойся. В смысле, страшно, мы же уже прошли столько. Ты, наоборот, должен расслабиться, потому что никого нету. Вообще, мамочка говорит, что мне нельзя выходить из дома. Я знаю. Может, поэтому не так плохо. Ты просто устал. Я по ней скучаю. По крайней мере, тебе дозволяют это ее видеть. Да? Нет, нет, ничего. А, тебе дозволялось ее видеть. Типа Амиция вообще практически без матери прожила. Ладно. Амиция зато была с отцом, и вот такие штуки умеет делать. Мелисса Лаврентия, мы почти дошли. Она снова меня запрет, как мамочка. А он? Он ответит тебе. Не понял, куда? Тут это правда опасно. Ну иногда так здорово. Однажды ты поправишься.
Это что? Мертвые животные? Да что-то произошло. Тебе нужно быть осторожнее. Давай-ка слезай. Ботинки в этой пакости. Быть того не может. Я в это не верю. Вот I don't believe it, я в это не верю. Да ладно! Факин, бегут, быстрее, бегу, 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 бегу. Успокойся, все хорошо, они нас не достанут. Главное по парашу не бегать. Назад. Сюда. Да боже, а! Нам нужен огонь. Нам нужно ходить сюда, не огонь. А как уйти отсюда, я не понимаю. Охренеть. Я успею пробежать, нет? Амица, там какой-то огонь. Факел, быстрее. Давай, 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 давай. Все, успели, хорош. Перелезай, Гуга. Уже ночь наступила так быстро. За одну главу. Целый день прошел. Чудеса. Встань! И что нам делать? У меня есть какой-то горшок. Зачем я его подобрал? Или камень я подобрал? Так, куча трупов. Мне подсказку какую-нибудь. Ага. Спасибо, что заборгало. Они правда умерли? Это было ужасно. Их перебили. Наверное, инквизиция. Это очень ужасно выглядело. Меня сейчас тошнит. Это выглядело нереально ужасно. Показывать такие вещи. Можно было немного... Могли бы склад из камней каких-нибудь сделать? В смысле, let's go? А куда let's go? Я просто не очень понял, вы так быстро все говорили. Навряд ли сюда. А, наверх куда-то надо идти, назад. Все, я понял, палку бери, пошли. Вот сюда надо. Ну-ка, пошли. Давай. Шли сюда. Гуга, прогони их. Ты же умеешь орать, кыш-кыш-кыш. Поджигай. Вот так вот. Минус 800 крыс сразу. Теперь, ой, туда еще дальше идти, что ли? Гуго, за мной. Я застрял. Давай по новой. Вот. Сейчас разы быстрее. По этой грязи мы не пойдем, потому что застрянем. Пойдем по дощечкам. Лишь бы успеть, пока палка не остыла. На. Ой, толкать может тачку, обалдеть. Она белым выделена, как будто ее может толкать. Это круто. Тупо своя. Не знаю, как это объяснить. Своя тачка огненная, что ли. Фонарик личный на колесах. Амица, зачем они убили свиней? Зачем? Похоже, чтобы удержать крыс здесь. Я так понимаю, поворачивается все мышкой, да? Она очень тяжелая. Я. Заткнись и толкай, Гуго. Давай, давай, немного осталось, Гуго. Терпи. Ты мужик. Ты должен терпеть. Даже несмотря на свою болезнь. Давай, 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 терпи, Гуго. Почти доехали. Все, приехали. Мы смогли. Мы красавчики. Крысы остались там, пойдем к Лаврентию домой. Алло, Лаврентий, Лаврентий. А если ты не родной Лаврентий? Ты об этом подумал? Нам надо туда как-то попасть. Вау.
Что все говорят одновременно, не успеваю читать. Видел Гугу, я погладил ее. А ты такое пропустил? Такое ты пропустил, Гугу. Я погладил лошадку. Фига, она хавает громко. Это что такое? Эти мешки выглядят очень тяжелыми. Перегнившее зерно должно быть... Им кормили свиней. Сейчас куда идти надо? Сюда? В амбар? Может быть, туча есть? Пусто? Лошадь! Видимо, здесь бывали крысы. Бедняжка. Обалдеть. Такие кости страшные у лошадей. Не дай бог тебе такое вживую увидеть. Забирайся. Я за ним. Блин, ничего не вижу. Я смотрю на свое лицо, у меня, оказывается, свет уже попадает в глаза. Поэтому я ничего не вижу. Ну да. Беда. Надо побыстрее заканчивать главу. И заканчивать прохождение этой серии. Чтобы уйти на покой. Поставь видос какой-нибудь рендерится. У меня же не все готовы уже лежат. В файликах. Пока я играю. Вот так вот поставлю рендериться, а сам пойду чем-нибудь другим займусь. У всех же дела какие-нибудь, да? Даже у тебя, друг. Ты просто убиваешь время на то, чтобы посмотреть меня? Хорошо, я иду за тобой. Убиваешь время на то, чтобы посмотреть меня. Развлечься, отдохнуть, покушать, чтобы посмотреть на что-нибудь приятное. Например, на его прохождение. Ну или может что-нибудь другое. У всех свои вкусы. Кстати, насчет вкусов. Если ты ешь, то приятного аппетита тебе. Я соберу пока вот эту штуку, пока ты дочавкиваешь. Это что, веревка? 10 из 12. Но она, видимо, мне не нужна, раз я ее собираю, бесполезно. У меня столько вещей уже, кстати, насобрано. Но почему-то они не юзаются. Как так-то? Зачем я собираю вещи, если они не используются нигде? Это глупо. Оу! Гугу, залезешь? Забери, смотри, открой мне дверь. Будь осторожен, окей? Да. Амисия, цветок. What the fuck? Он обратно вылез из-за цветка. Честно слово, сейчас не самое время. Ну, пожалуйста. Давай. А старый цветок где? Может, там будет не так одиноко. Одному будет плохо. Окей, пошли. Так. Орлики. Ну и название. Латинское название этого цветка происходит от слова акуайла. Орел, короче. И его лепестки действительно напоминают хищную птицу. Ну, не сказал бы. Просто цветок, цветок как цветок. Орлики считают символом скорби и беспокойной души, даже безумия. В то время как цветки этого растения имеют сладкий вкус и вполне съедобны, его корни и стебли крайне ядовиты. Они вызывают воспаление всего пищеварительного тракта и учащение сердцебиения. Понял, да? Видишь, орлики? Не смей пихать себе в рот его. Не смей пихать орлика себе в рот. А, он открыл дверь и выбежал. Понятненько. Понятненько теперь. Верстак. Странный запах. Да я ничего не могу улучшить. Не хватает спирта. Не хватает инструментов каких-то. Кто-то кашляет. Я проверю обязательно, но не сейчас. Я хочу полутать немного здесь. Ну да нечего лутать, блин. Кто кашляет? Кашляет кто угодно и не здесь. Наверное, наверху. Я видел второй этаж. Пошли на второй этаж тогда. Где? Во, вот она, лестница. Вот она. Надеюсь, ты не инквизиция. Или не какой-нибудь дурак. Из деревни. Вы кто? Магистр Валентий. Не подходи. Ты можешь заразиться. Гуго. Здесь? Когда пришла инквизиция, мы потеряли все. Я ничего не мог сделать. Я... Да, разумеется. Они пришли за вами. За ним. В жилах вашего рода. В вашей крови.
Ты чё, страшное проклятие? Мы с вашей матерью пытались замедлить его действие. Но после смерти надлома... после надлома процесс ускорился. Ты должна защитить его. Амиция, продолжи дело своей матери. Я? Как? Мои родители пытались его защитить, а теперь они мертвы. Это что такое, крысы? Они здесь. Крысы опасны. Действуют хаотично. А инквизиция... Они искать его непрестанно. Нам нужно исчезнуть. Отправляйтесь в шато... Домбраж. Лукас, ходи в сарай. Тебе нужно закончить. Игнифер. Не утомляйте себя разговорами, я все сделаю. Жаль, что ваша родители погибла. Постигла такая участь. Но теперь мы не одни. Нужно торопиться. Помогите мне, Инфингер. Что такое Инфингер? Это что за поц? Мне он нравится. Мне кажется, я женюсь на нем в конце фильма. О, в конце игры. Опять я Гуги настроение испортил. Амица, ну как так, а? Все лежит в сарае. Пошли. Воу! Окорок! Отличная идея! Они боятся света! На тебе! Погнали! Бегом, 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 бегом! Тварь, иди сюда, мелкая! А Гуга это где? Хорошо! Но не сходи далеко! Мы прошли долгий путь! А я в сарае уже побывал, блин. Гуго! Пойдем, Гуго! Пожалуйста, не тормози! Чё он встал? Вот тупой малой, а. О, нет, они вернулись. Они-то повсюду. Нужно дойти до конца сарая. Нельзя уходить без Игнифера. Иначе как мы. Так, а как туда дойти можно? Какими способами? Нужно перелазить, по-любому. Так. Чтобы такого уронить, я ничего не вижу. Что поджечь можно? Может, как-то Гуга поможет? Нам нужно мясо. Живое или мертвое? Наверное, свинью загнать, да? Или лошадь? Петуха? Самила, животное, петуха туда загонять. Пойдем, свинья. Не зря тут корм лежал. Это поможет. Понял. Пожалуйста, позволь, помогу тебе. Мы будем его кормить? Ну, можно так сказать. Вот для чего Гуга там стоял. Он... Блин, тут стоит, капец. Пора кушать, свинька. Ням-ням. Надо побыстрее это все проходить. А то буду скоро вообще весь белый. Из-за солнца. Ой, как ты хрюкаешь, как у меня в животе. Вот так. Жуй хорошо. А то животик заболит. Надо сделать так, чтобы он сбежал. Я закрою. В смысле, ты закроешь? Давай, закрывай. А мы залезем справа сверху. В дальние лестницы идем. Гуга, догоняй. Гуга, если хочешь, дуться... Гуга, можешь дуться сколько хочешь. Но не уходи далеко от меня. Старшая сестра заботится о тебе, а ты так ведешь себя, как крыса. Сначала ты. Пошли. Лука, нашел что-нибудь? Блин, так бесит, ты самый старший. О, свет. Да. Гуга, отвернись, пожалуйста. А что такого? А стрелять ты куда? Лука, куда стрелять? Блин, я пока не понимаю.
Амица, не делай этого! Они его съедят! У нас один выбор, Гуга. Нам нужно отвлечь крыс. Это ужасно! Гуга, другого выбора у меня не было. Открывай хрень эту. Сарайку. Давай сюда. Бедный поросенок. Гуга, спускайся. Ух ты. Смотрите под ноги. Это не просто лаборатория доктора. Мощный, прежде всего, великий алхимик. Ты же Амица? Амица? Я Лука. Давайте я кое-что покажу. Только нам понадобится спирт и сера, думаю. Здесь найдется немного того и другого. Скажи, как найдешь. Ладно. Спирт и сера. Это что такое лежит? Спирт или сера? Это камень. Они даже провели здесь немало времени. Лука, почему я болю не как Лаврентий? Его укусила крыса, а тебя нет. И теперь он умрет? Но он... Я сделал все возможное, чтобы это не случилось. Печь. Наверное, это и называется апомор. Книги. Латинский. Мне не понять. Но я вроде бы все нашел. Держи, Лукас. Отлично. Теперь надо смешать. Медленно. Это не опасно. Окей. Поджигает угли. При помощи мыши. Выберите вот эту парашу. Теперь можете изготовить... Да почему такое название, а? Огонь. Теперь можете изготовить огонь. Как его изготовить? So, this is it. Две штуки здесь. Oh, no, крысы! No, мы застряли! Нет, Амица. Самое время. Целься в угли. Right. Угу. На! Да. Первый блин кому, как говорится. Здесь FPS клёво. Это правда я сделала? Как настоящий алхимик? Да. Твоя смесь просто идеальна. Видно. Давай покажу тебе, как изготавливаются другие снаряды. Это тебе пригодится. Здорово. Спасибо. Я закончил с микстурами. Нужно возвращаться к Лаврентию. Амица, тебе придется идти первый. Ха-ха. Потому что я старше, да? Где у вас выход, мальчики? А-а-а. Вот так вот. Крыса, назад! Кинь огонь! Хорош! По ступенькам погнали. Ну же, забирайся. Ты догоняешь меня, Лукас? Зайдем так же, как и сюда вышли. Воу! Их так много! Я все расчищу. Хорош. Я пойду первое. Ладно. Ой, видос начался, нифига. Ну же. А возможно, это сейчас и закончится серия. Отстань от меня. Гуга, насчет того, что я тогда сказала. Я просто хотела... О, нет. Амица, крысы! В доме все темно. Нет. Магистр! Минус учитель ваш. Жизнь такая штука, что теперь? Сделай что-нибудь. Валим. Магистр. Стой. Ты нужен нам. Лошадь. Пошли за лошадью. Пора уходить. Гуга. Лукас. Бежим, бежим, бежим. Они повсюду. Лука, догоняй нас. Опа. Так. Стоять, народ. На. Побежали. Стоять, народ. Побежали. Стоять, народ. На. Теперь сюда. Да ладно, в мельницу стрелять, что ли? Вы гоните?
Обалдеть! Там! Там лодка, сразу за мельницей! Тогда вперед! Мельница может загореться! Лукас! Пошли, 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 пошли! Давай! Успели! Текаем к городу! Бегите! Опять то же самое! Так прикольно озвучивает Лукаса. Очень просто. Просто бегаешь и... Хорош! Изи. Изи миссия была. Просто изичная. Мы красавчики. Да, он умер, Лукас. Да, он умер. Глава называется... Падаль. Почему мне смешно от этого слова, или? От этого слова. Глава 5. Падаль. Просто смешно. Надо же было так главу назвать. Беда. Короче, народ, у меня вылетела игрушка. Просто вылетела. Я сижу, жду. Глава 5, падаль. Видос только начинается. Ну ты сам все видел, как игра вылетела. Тебе там резко просто кадр сменился. А для меня мне выкинуло на рабочий стол, понимаешь? Вот так вот и все. Вот у меня глава 5, падаль. В общем, ни я, ни ты, видос никто не посмотрел. Мы просто куда-то пришли, и непонятно, что будет. Я заметил только то, что наступило утро. Мы уплыли, и наступило утро. Плавали целую ночь, обалдеть. Я думаю, дети выспались, чтобы набраться сил бежать дальше от крыс. От этой инквизиции. От всех врагов, которые на нас нападают. И хотят убить нашего Гугу. Вот так вот. Спасибо за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, всем пока.